Чего ты опаздываешь? Давай быстрее, у меня мало времени. Я полчаса уже торчу, как дурак. Ты что, не уважаешь меня до такой степени? Чего ты молчишь? Ну, слышь, я свою работу сделал. Вы что, меня кинуть хотите? Я знаешь, как рисковал. Слушай, мне просто нужны мои деньги. Понятно тебе или нет? Меня баба бросает. Они мне нужны сейчас. Давай, я сказал, что ты от меня отворачиваешься? Прям не знаю, может подойти? Да! Это что за ерунда? О, что я снова завалилась спать. Сам виноват, спать не давал. Доброе утро. А я снова в баньке. Доброе утро. Пап, там в комнате Нелли. Пускай поспит. Мы вчера поздно пришли, просто не успел вас познакомить. Что такое? Что это такое? О, черт! Подожди, какая Нелли? Он же за город с Юлей ездил. Обещал познакомить. А приперлась какая-то Нелли. Я Нелли не заказывал. Вот так вернешься к Ванечке, а тут всякие Неллечки шастают. Ну, слава богу, хоть ты у меня не ревнивая. Ну, если она все время будет по квартире ногой расхаживать, тут уж я за себя не отвечаю. Гладить их. Я соскучился. Нелли. Да Нелли храпит уже. Иди сюда. Да. Ну зачем ты мне звонишь в мой законный выходной день? Ну, подумай, живого человека убили. Эка невидаль. Где? Так.
Ну-ка. Да, какие детали? Трудоголик. Ничего не видел, никого не слышал. Никто не приезжал даже сюда. Пил, что ли, вчера? Не-не-не-не-не. А это что такое? Так все, напиток богов. Чего, Семен? Ну-ка, забирай. Все, свободен, напиток богов. Шаман, в общем, машина принадлежит убитому. В кармане найден кошелек, водительские права и магнитный ключ. Стасов Николай Николаевич, операционист. Вот тебе и версия. Есть платок. Свободен! Мой личный. В смысле версия? Для тупых объясни. Ну, операционист в банке, вроде как полубог. Да? Да, нравишься ты ему, нажал кнопочку, ты миллионер. А не нравишься, кнопочку нажал, и денег твоих нет. Вот и здесь смотри. Скорее всего, это устранение конкурента или разборки, месть. Ну что, Володенька? Рядом с трупом было обнаружено два пистолета. Один травматический, который был у него в руке, из него был произведен один выстрел. Второй – пистолет Макарова, боевой, из которого была убита жертва и сделан один выстрел. Что ж, ребята хотели дуэль устроить и перепутали черную речку с помойкой? Да нет, на дуэль что-то не похоже. Судя по пулевому ранению, выстрел был произведен издалека. Ладно, оружие в разработку. Саня! Да! Саня! Давай. Саня! Пробили квартиру? Только что звонили. Клинский проспект, собственности квартиры. Значит, поезжай туда и переверни все вверх дном. Не церемонься особо. Да, хорошо. О, Неспиен, привет, я к тебе как раз. До свидания. Послушай, нужна твоя помощь. Убит операционист. Из банка партнер. Зовут Николай Стасов. Ты все сказал? Не. Нужно поднять всю их деятельность за последние полгода. Во! Я проставлю, спасибо. Слава чекистам! Ты дурак совсем? Марусь, тут все отделение спорит, натуральная ты блондинка или нет. Что скажешь? Спорщики. Огнестрельным оружием интересуешься? Ну, пострелять, да, так нет. А ствол на месте преступления нашли? Да. Так вот, его уже отстреляли, это не орудие убийства. А где орудие убийства? Это ты меня спрашиваешь? Да. Смотри, точно известно, что это Вальтер. Характерный след на пуле. И еще, судя по следам порохового дыма на одежде, в убитого стреляли в упор. А судя по пулевому отверстию с расстояния, где логика? Так я же блондинка. За логикой к экспертам. Это что же мне, опять на эту свалку, что ли, ехать? Привет. А, послушайте, а вы вообще с Максом давно знакомы? 10 часов. 10 часов? Да у меня проездной в метро закончился. Я такая к нему, спасай бедную девочку. Он меня и провел через турнир. Прям до квартиры, да? Он классный, мужчина моей мечты. Ну ладно, я пойду в душ схожу. У нас дома горячей воды нет. А с легким паром? Спасибо. Кто здесь есть из экспертов? Стой! Стой, я сказал! Так.
А мы чего здесь делаем, а? Ой, извините. А почему до сих пор машину не эвакуируют? Ждем. А где охрана? Я охрана. Отходил воды купить в магазин. Ошибка природы ты, а не охрана. Если ты еще раз от машины отойдешь, будешь в ларьке всю жизнь картошку продавать. Да. Алло, дядя Вань. Какой дядя Вань? Куда вообще звоните, девушка? Дядя девушка Макса звонит, Нелли. Мы с вами сегодня с утра познакомились. А? Дядя Ваня, где у вас фен лежит? А то я одна найти ничего не могу. Какой фен? Нелли, ты вообще о чем? Ну, мне надо на бой к Максу волосы высушить, чтобы хорошо выглядеть. Значит, на бой к Максу? Да. Сегодня в бойцовском клубе. А вы что, не придете, что ли? Да нет. Я тут работаю. Работы много. Некогда даже поверить. В общем, фен наверху на шкафу. Давай счастливо отдохнуть. Бойцовский клуб. Кот, мне нужно попасть сегодня в бойцовский клуб. Вот где хочешь, там и доставай. Все. Спасибо. Вам какой этаж? Пятый. И мне? Пятый. Совпадение, да? Вы что, тоже сюда? Здравствуйте. Здрасте. Вы хозяйка квартиры? А где Коля? Вы имеете в виду... Привет. Привет. Николай Стасова? Вы кто такие? Следственный комитет. А вы, собственно говоря, кто? Светлана. Калугина. Ну, проходите, Калугина. Кем вы ему приходите? Никем. Никем? Что с Колей? И давно вы ему никем, Саня? Месяц уже, просто съехать не успела. Где Коля? Видите, Светлана Юрьевна, Николай скончался. Он убит. Сань, принеси воды. Попить. Mm-hmm. А если вы ему никто, зачем пришли сюда? Да, все вещи никак не могла забрать. Вот вчера заехали, не успели вывезти. Не успели? Вам кто-то помогал? Да, мой брат Данила. Они еще с Колей поехали куда-то, я домой. Ага, в котором часу? Часов в 10 вечера. Подождите. Вы что, Данила подозреваете? Нет, они друзья были с Колей. Они на сноуборде катались вместе. Нет. На сноуборде? А вот на стене, на фотографиях, он где? Выше, вот слева. Вот этот? Да. На, держи. Ты что мне принес? Ты же попить просил. Я попросил воду, принеси. Но нет воды. Зачем ты? Уходи отсюда. Где мне найти вашего брата? На работе, наверное. Где работает он? Спортклуб «Мечта». «Мечта». Спасибо вам. Следственный комитет, Шаманов Иван Сергеевич. Мне нужен ваш инструктор, Даниил Калугин. А что он натворил? Пока еще ничего. Владимир Ростов, владелец, тренер и главный мотиватор вот этих вот.
Поднимай, поднимай ножки, давай, не на пляже. Ну, если он ничего не натворил, значит, вы здесь по личному делу. Да нет. Был убит его друг, Николай Стасов. Стасов? Угу. А кому он понадобился? А что, вы его знали? Ну, как знал. У Дани на день рождения вместе выпивали, и все. Что за человек? Да ребенок. У него главная мечта была щелкнуть пальцами и заработать миллион, ничего не делая. То есть вы его один раз видели, и такая яркая характеристика. Сейчас. Давай сам. Еще разок. Сам. Давай. Отлично. Немного отдыхаем, а потом снова. Знаете, первое впечатление ловит самое точное. Ну, а Коля в тот вечер принял на грудь и начал всем вещать, как он будет роскошно жить. В Швейцарии, на Лазурном берегу. Ну, когда заработает свой миллион. Извините. Так, меняемся. Поехали. Да. А нашли, как крабиться? Ну, туда часа три без пробок. Вот вернется он, тогда и поговорит. И не поеду я туда. Игорь. Девушка, нам пора. Еще секундочку. Пойдем еще раз проверим все. Танечка, как ты? Привет. Бедная моя сестренка. Ну ты где? Я тебе звоню, звоню. Я на горе была, телефон дома оставил. Ребята сказали, что ты звонила. Я узнал про Колю и сразу сюда. Здравствуйте. Здрасте. А вы Даниил Калугин? Я Калугин. Очень хорошо. Я за вами чуть было в Крабицыно не поехал. Ну, спускайтесь, поговорим во дворе. Вещи-то забирайте свои. Да, да, сейчас. Капитан, заканчивай все здесь. Опечатывай квартиру. Есть. Итак, Даниил, похоже, вы последний, кто видел Николая Стасова в живых. Ну, я и Света. А Света мне сказала, что вы куда-то уехали с Николаем вдвоем. Ну, мы вышли вместе. Он со Светкой поругался, потом плакался. Но я начал его успокаивать, как бы. Мы 20 постояли возле подъезда. Потом я поехал шмотки Светки отвозить. А он поехал, не знаю, по делам. Нет, какая-то своя версия у вас должна быть. Ну, там, есть у него какие-нибудь враги. Или вот, например, новый жених Светы. Вот у Светы есть новый жених? Антонов, Боря. Ну? Ну, Коля ему не соперник. Почему? Ну, потому что Боря Антонов относительно Коли принц. На белом коне? Да вообще на белом ягуаре. С нехилым королевством. Считайте, хозяин клуба Элвис. Это Коля бесился, что Светка ушла к богатенькам. А Антонов, по-моему, Коля вообще не замечал. Спасибо. Я могу идти? Конечно. Ну, чего, чего? Ты так долго-то? Ну... Было примерно так. А вы уверены в этом? Безусловно. Конечно. Так что, если возникнут вопросы, вот, познакомьтесь. Кот. Привет. О, дядь Вань. А вы же сказали, что не придете. Сюрприз, Юля, сюрприз. Я вообще-то Нелли. Кто? Нелли, но это не важно. Я люблю сюрпризы. Хорошие духи. Шинель. Пойдемте. Добрый вечер. Билет, пожалуйста. Пожалуйста, проходите. Ой, смешная интернет. Ой! Давай!
Молоток, боец настоящий. Все нормально? Крокодил! Сколько ты заплатил Ломову за то, чтобы он слил бой? А в чем, собственно, дело? Вы кто? Проблемы. 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 Следственный комитет. Вот этот вот товарищ договорился с твоим соперником, чтобы он слил бой. И он слил. Вставай, пошли в отделение. Слышь, командир, какое отделение? Я что ли первый кулаками махать начал? Ты же сам видел, я его завалил. Я сказал нет. Воспитывать меня пришел, да? Почему нельзя просто за меня порадоваться, а? Максим! Да ладно, ладно. Хорош корочками после драки махать. Ладно, все, иди к черту. Да ты тоже не горячись. Пойдем пивасика хлопнем. Успокоимся, перетрем. Слушай, кто ты такой вообще? Михаил. Иван? Ну, пойдем, Михаил. Ну, крокодила-то ты хорошо завалил. Да ты куришь его смачно-то. Ты с сыном-то полегче бы. Легче. А вот если бы твой сын попал в гоп-компанию, что бы ты сделал? Мой сын пошел по стопам своего отца, это гораздо хуже. Потому что папаня полжизни провоевал. А, ну понятно. Где ты махаться научился? Воевать пошел, сынок. В Чечню. Там и остался. Прости, не надо было мне начинать этот разговор. Ладно, дело прошлое. А у тебя, Ваня, еще есть пространство для маневра? В смысле? Отступи немного. Ослабь родительскую хватку. Поверь, когда сам стукнется лбом, тогда все и поймет. Так я не понимаю, ты что, предлагаешь бросить его на произвол судьбы, что ли? Я сказал, ослабь хватку, а не брось. Приглядывай за ним, будь на подхвате. Но без необходимости не лезь.
Ты вот, насколько я понимаю, следователем работаешь, да? Какой бы тебе пример-то привести? Ладно, давай свои работы. Подожди, а кем ты работаешь? Детишек тренирую. Кстати, вот заходи, если что. Спортклуб «Мечта»? Ты там, что ли, работаешь? Ну да, что? Да ничего. Много совпадений у меня сегодня. Ну давай выпьем. За день совпадений. Привет. Что это? Да, с мужичками пивка попили. Как там Макс? Спит, пришел черней ночи. Нелли мне все рассказала. Хорошо. Значит, стыдится. Че? Заметь, про Макса сразу спросил, а мне за день ни разу не позвонил. Обед на плите. Спокойной ночи. Воль. Да. Пришел мужик домой. Значит так, надо напугать так, чтобы знал, с кем дело имеет. Понятно? А то, пуганем. Как? Наваляем ему и скажем тебе привет от мужика из синей Хонды. Слушайте вы, не навалять, а напугать, понятно? Во-вторых, чтоб меня не сливать. Ясно? Ясно, не сливать. Так, а от кого привет передавать тогда? От Бори Антонова. И скажете этому мужику, чтоб знал, как с чужими бабами гулять. Повтори. Чтоб Бори Антон знал, как гулять с чужими бабами. Да не Бори Антонов, а чтоб этот мужик знал, как с чужими бабами гулять. Понятно? Да. Ну все, валите. Что это? Это завтрак в постель. Я осознал свою вину. Буду исправляться. Про вину подробнее, пожалуйста. Про вину адвоката. Не, будешь? Напрасно. Вкусно. А это что? Это я твою берлогу украшаю. Здорово. Сама нарисовала? Ну, ты же знаешь, что это Ван Гог. Да что ты? Ну, тот, который себе что-то отрезал, да? Вы, кстати, с ним похожи. Оба больные. Оба талантливые. Трудоголики. Трудоголик. Ну-ка иди сюда. Трудоголик. Кто ты трудоголик? Я трудоголик. А где Юля? Нелли. Нелли. У нас ни планы не совпали. Понятно. Короче, я еду, могу подвезти. Даже так? Да. Тогда подкинь в зал, мне нужно деньги призовые забрать. Во-первых, капюшон сними. А во-вторых, деньги ты не возьмешь. Тогда я на такси поеду. Я тебе довезу до зала. Но если ты возьмешь деньги у Жора Крокодила, я тебя перестану уважать. Ты понял меня? Вперед. Кстати, где твой друг? Сергей Штольц, но не видно его в последнее время. Но он надулся, что меня взяли в бойцовский клуб, его нет. А, надулся. Его право. Понятно. Надулся. Оттает, будем дружить. А. Нашел, чему завидовать. Максим, глаза на кой стекло! Привет тебе от Бори Антонова, козлина! Будешь знать, как у правильных пацанов девок уводить!
на метро поедешь. Да. Все нормально у тебя? Черт. Да ты бы видел морды этих бейсболистов, побольше, чем твоя. Больше, чем моя? Если есть со стола, это дурной тон. Говорили про Бориса Антонова, что, мол, не гуляй с его девушкой. Про того самого, стасовского соперника? Так да. Ты что, с его девицей действительно того, что ли? Чего ты лыбишься? Я работаю со свидетельницей. Да, она не в моем вкусе, успокойся. Ну-ну. Да, такое ощущение, что нас приглашают заняться именно Антоновым. Именно им. Но если приглашают, почему не воспользоваться приглашением? До вечера. Доброе утро. О, Господи, здрасте. Что, опять плохие новости? Почему плохие? Просто мы с вами в прошлый раз не договорили. Угу. Хотите мороженого? Спасибо. Холодно, как-то не хочется. Да что холодно, видите? Даже снег растаял. Да вы не волнуйтесь. У меня еще есть. Да это чушь. Поцелать громил, а это совершенно не в стиле Бори. Он не подлый, не ревнивый. А что, Коля ревнивый был, да? Даже, знаете, не столько ревнивый, сколько... Он комплексовал по поводу того, что он в этой жизни никто, зарабатывает мало, а когда я ушла к Боре, вообще с ума сошел. В смысле сошел с ума? Психовал. Мало спал. Неделю назад уволился с работы. Пистолет купил зачем-то, хвастался на дне рождения у Данилы. Боевой, травматический? Ну, такой... темный такой. Понятно. Он какую-то ерунду говорил, мол, на районе опасно, хулиганы. А в последний раз вообще просто цирк устроил. Какой? Сказал, что я через неделю должна с ним лететь в Швейцарию. Обещал, что буду жить как королева в замке. Угу. Что, мол, даст мне всего, чего я только не захочу. А что, вы думаете, он серьезно говорил или дурака валял? Ну, если и валял дурака, то очень правдоподобно. Так, знаете что, мне на работу пора. А если вы до сих пор подозреваете Бори, вы познакомьтесь с ним лично. Сразу все вопросы отпадут. Он все время у себя в пути. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Закрыть. Можно? Да. Спасибо. Мне нужен хозяин заведения. Мы закрыты. Ты что, глухой? Я тебе говорю, мне нужен Борис Антонов. Где он? А он за вашей спиной. О, привет. Следственный комитет, следователь Шаманов. Я по делу Николая Стасова. А я вас заждался. Вы могли бы сами заглянуть, если вы такой нетерпеливый. Давайте угадаю ход ваших мыслей. Бывший бойфренд невесты убит. Новый жених подозреваемый, верно? А хотите угадаю ход ваших мыслей? Вы здесь ни при чем, во всем виноват Стасов, потому что ненормальный. Ну не то, что ненормальный, он зануда. Вставать к девушке, которая бросила тебя, еще и выкуп за нее предлагать. Сегодня два мордоворота разбили в хлам мою тачку битами. От вас передали привет и запретили гулять с вашей девушкой. Что за бред? Посылать бандитов к следователю еще и представляться. Вам это не кажется глупостью? А может, вы глупый? Где вы были в ночь убийства? На даче. Свидетелей, похоже, нет. Возьмете под стражу? Пока нет повода. Но мы с вами еще увидимся. Угу. А, кстати, что это за дверь? VIP-зона. Вопросы еще есть? Привет, Марусь. Мне нужна информация. Привет. На бизнесмена Бориса Антонова. Берем? Берем. Угу.
Подожди, у меня сейчас времени нет, и я... Вот, а ты пробей. По камерам ГИБДД меня интересует, где машина его засветилась в ночь убийства с 10 до 12 часов. Ну чё? Знаешь что, Шаман? Да я заплачу за тебя, чё ты? Сегодня деньги у меня есть. Сегодня день коррупционного работника, поэтому я, можно сказать, тебя подкупаю. Хорошо, Шаман, но деньги я тебе верну. Зачем возвращать? Могу идти хоть раз угостить в ресторане. На все! Сейчас, секундочку. Да, да, Андрюх, да. Ага, не смея. С вас еще 125 рублей. А, хорошо. Ладно. Ладно, хорошо, вы давай. Вы запишите этот долг на фамилию Шаман. Отлично. Ну чё, Марл, что-нибудь серьёзное? Да. Твой Стасов неделю назад перевел из пенсионного фонда на счет фирмы «Дельта» 2,5 миллиона евро. Ой, ёлки-палки. Проставы не отмажешься. Короче, мотай отсюда, не отсвечивай. И папку не потеряй. Спасибо, Андрюх. Давай, давай. Это наверх. Да, конечно. Николай Павлович? Здравствуйте. Здравствуйте. Чем обязан? Скажите, Николай Стасов ваш работник? Уже нет. Знаете, он уволился неделю назад. Николай Стасов убит этой ночью. Ну, мир его праху. Ну, а мы здесь при чем? У следствия есть основания предполагать, что... убийство Стасова связано с его профессиональной деятельностью. И что вы теперь хотите, чтобы мы передали вам какую-то конфиденциальную информацию? Да зачем? Я сам вам ее предоставлю. Пожалуйста. Так, меня ни для кого нет. Прошу. Я облажался. Стасов был на хорошем счету. Аккуратный, четкий, вне подозрений. И что, вас теперь уволят? Да через пару недель некого будет увольнять. Вот это хана банку. Да не нервничайте вы так. Судя по всему, деньги еще не освоены, где-то отлеживаются. Давайте я помогу их вытащить, а вы поможете мне. Идет? А что, еще можно что-то сделать? Да. Но для начала мне нужна вся банковская история фирмы «Дельта». Фирма «Дельта» зарегистрирована месяц назад на имя Евгения Бегунова. Какого-либо движения средств на его счету до перевода из банка партнер не было. Типичная однодневка. Ну, понятное дело. Деньги были переведены 10 дней назад, а спустя 2 дня были обналичены по чеку того же Стасова. Кем? Где? В такой глухомане, о которой ты знать не знаешь. Понятно. Так, ищи Евгения Бегунова. Спасибо, друг. Следственный комитет. Здравствуйте. Могу я видеть Бегунова Евгения Сергеевича? Соседи сказали, что он у вас здесь лежит. А смысл? Давайте сначала с ним поговорим, а потом будем смысл искать. Легко. Снимите только верхнюю одежду. Лена, карточку ко мне в кабинет занесите. Буду слушать. Вы хотели поговорить? Милости прошу. Здравствуйте. А что с ним такое? Кома. Вот уже 5-й месяц. Это вы так юморите, значит? У каждой профессии свой юмор. У вас смешной. Ну, сейчас я буду юморить. А паспорт его хранится у вас? Паспорт? У дежурной медсестры. Ну, надеюсь, за это время она не впала в кому. Пойдем, посмеемся вместе. Ну, паспорта никакого у медсестры не оказалось. И юмор мой тонкий никто не оценил. Шоколад. Между прочим...
На этот паспорт оформлена фирма. Брось мне. Думать помогает. Можно было бы прижать нотариуса, который заверял документы. Можно было бы, если бы он не уехал на ПМЖ в Израиль. Ну, какой предусмотрительный. Угу. Так, а наличные по чеку кто получил? Стасов? Да хватит уже. Ну, ты сам сказал, что думать помогает. Достаточно. Ну, все хорошо. Стасов перевел деньги. Угу. Стасов получил наличные. Угу. Стасов умер. Угу. Слишком красиво сработано. Ну так. Либо он очень доверял своим убийцам, либо они действительно не хотели его закапывать. Это выстрел в упор, сделанный с расстояния. Синяя Хонда на свалке. Что-то пошло не так. Да. Что говорит твоя смекалка и интуиция? Да пока помалкивают обе. У Хонды номера были в грязи. Но я все держу в голове. Все. Держи, держи. Не упусти свою синюю птицу. Слушай, а ты уверен, что помогает? Уверен. Ну ладно. Давай пока. Привет. Что, Антоновым пришел интересоваться? Оп, да нет. Бородин запретил мне интересоваться мужчинами. Теперь только ты и ты. Ну, что там? Камера засекла его машину недалеко от места преступления в 11 часов. Так. Тепло. Тепло, Марусенька. А сейчас будет горячо. На жестком диске компьютера Стасова обнаружено стертое письмо Даниле Калугину. Где? Письмо так и не было отправлено, судя по всему. Читай. Даня, я полный кретин. Я пришел к Антонову и предложил ему деньги за то, чтобы он оставил Свету. Антонов предложил сыграть у него в казино деньги против Светы. Я все продул, а это очень большие деньги. Я теперь не могу претендовать на Светлану и не знаю, что теперь делать. То ли застрелиться, то ли вызвать Антонова на дуэль, то ли поджечь клуб и казино. Только ради бога ничего не говори Свете, Коля. Вот тебе и вип-зона. Что? Ничего, спасибо. С меня конфеты шоколадные. Угу. Накрываем казино, но главное, что меня интересует... Знаю, знаю. Пистолет «Вальтер», как договаривались. Черт, не люблю эти костюмы. Тебе хорошо? Да. Прекрасен, как фотомодель. Да, вроде идет. И запомни, ты Паша Варламов. Угу. Игрок из Павловска. Рекомендации у тебя есть. А черт, не нравится мне все это. С Богом. Смотри, все деньги не промотай! Дай! Да. Привет. Я уже вышла. Слушай, Валь, где встречаемся? Поужинать хорошая идея, но сегодня не получается. Вот завтра 100%. Слушай, у меня работа, ты прости, я тебе перезвоню позже, ладно? Все. Да.